Всем добрый день! Сегодня показываю вам свою петунию, которая уже зацвела преждевременно немножко, да. Но вот приготовила ее, вот эту вот партию. Сейчас буду закладывать ее в ящики и повезу уже на дачу. Буду сажать в вазоны. Она уже вот зацвела. Здесь есть и кустовая петунья цветущая, и вот ампельная фуксия моя из моих семян. Ну и всякие там еще, которые уже перерастают. У нас на этом восточном окне мало света. Сейчас вот 9 утра. Солнце светит вовсю. Небо очень чистое, хорошее. То есть на улице светло и солнечно. Но вот в этом месте у нас всегда так это тенечек такой. И, в общем-то, она у меня вытягивается. Подрезать я подрезала некоторые и сделала черенки. Вот там в пакете стоят еще. На следующем окне есть. Ну, в общем, достаточно уже этой петуни. Поэтому вот решила сегодня уже вывести ее на свою дачу. И посажу в вазоны. Оставлю. Ночные температуры сегодня была плюс 2, по-моему, плюс 3. Температура ночная. Вот. А днем у нас очень тепло и жарко. В парниках особенно тепло. Можно проветривать. И, в общем, там достаточно будет света. Конечно, сначала немножко прикрою ее, чтобы она хорошо прижилась. Ну, корневая, думаю, хорошая, потому что уже началось цветение. Думаю, что все будет хорошо. А сейчас поедем на дачу. У нас уже все готово к высадке в наш любимый сад. Сейчас посмотрим еще. И первоцветы у нас расцвели в саду. Ну вот так распустилась уже моя примула, очень красивая. Птички поют, красота, маргаритки. Такие красотки. Нарциссы распустились уже, наверное, дня 2 назад. Еще бутончики есть. Ой, как же хорошо на даче, девочки. Розочки начинают вот уже лепестки свои распускать. Все хорошо пока. Вот такие шапочки красивых цветов. Посмотрите, какие они хорошенькие, правда. Вот снимаю и улыбаюсь. Столько эмоций положительных от наших цветочков, да? Занимаемся любимым делом, радуемся. Очень хорошо сейчас на даче. Маргаритка красная расцвела. Вот еще малышка-малышка, смотрите, стебельки такие невысокие. И цветет уже вовсю. Вот такая у нас сейчас красота на даче. Это вылезли без временника листья. Они сначала весной вылезают, потом уходят, жухнут, пропадают. А осенью начинается цветение просто без листьев. Одни цветы фиолетового такого сиреневого цвета. Вот у меня вокруг самшита все обсажено. И осенью здесь цветут такие, как в виде колокольчиков, большие фиолетовые цветы. Тоже интересные очень растения. Просто листья. Сейчас они поднимутся, будут большие-большие такие лопушки большие. Медуница вот только начинает закладывать свои цветочки. Еще маленькая, посмотрите, какая малышка. А потом вырастет, будет огромная-огромная, как хоста. Поднялись уже очень хорошо. Пионы сантиметров по 20, даже больше. Очень прям сильно поднялись. Я подкормила. Вот так они выглядят. Много здесь их. Тюльпанчики еще. Также без времени к листья. А это мелкозубчатая примула. Очень интересная. Я уже показывала ее. Есть видео про нее. Калужница расцвела. Она цветет рано-рано. Такое красивое растение. Розетка такая хорошая. И цвет, посмотрите, какой. Ярко-ярко-желтый. Немножко ее разделила, посадила на горочку немного. Вот здесь оставила. Ну и в других местах она у меня тоже есть. Смотрите, какие цветы хорошенькие. Как маленькие георгинки. Смотрят на нас.
Ну, на центральной клумбе роз. А здесь у меня растут виолки с прошлого года. Уже тоже вот цветут. Только начинают понемножечку, по одному цветочку на каждом кустике. Розочки хорошо себя чувствуют. Подкормила уже их. Обработала от болезней. Цветочки красивые. Надо будет полить. Клумба высокая. Цветочки, лепесточки у роз вот уже вот так развернулись. Но не на всех. Вот здесь вот так. Так. Вот такая мелкозубчатая примула распустилась. Очень цвет красивый. Здесь внутри, смотрите, еще сколько будет цветочков. Будет такой хороший-хороший набитый шарик. Очень ее люблю, обожаю. Посмотрите, какой лист хороший. Интересно, серединка белая, а сам он такой зеленый. Потом отрастет, будет большой-большой длинный лист, сантиметров 20. Розетка будет большая, красивая. Ну вот так петуни мои посажены в вазоны. Землю смешивала со старой землей, добавляла новую. Показывала видео. Закрываю их сейчас немножко от солнышка. Стоят в парничке. Парник карбонатный, теплый. Прикрываю от солнца вот такими вот, знаете, баками вот такими от солнышка. Сейчас солнца нет, очень хорошо, прохладненько. Пока вот так они. Потом через 10 дней где-то пока приживутся, потом покормим немножко. Ну, вот так я их высадила. Ну, а сейчас ждут очереди кустовые петунии. Сделала уже, приготовила горшки с землей. Сейчас будем сажать. Ну, вот так продолжаю сажать свои кустовые петунии. Еще не все горшочки засажены. Еще и дома осталось немножко. Ну, в общем, работа кипит. Хотела вам показать еще тюльпаны свои, которые сажала осенью. А сейчас они уже подросли хорошо. Уже набрали бутоны. Тюльпаны и гиацинты. Там вот початочки уже эти видно. Стояли они у меня в парнике. Были прикопаны на зиму в парник. Бросала снег на них. А сейчас вот поднялись. Пока вот стоят под лавочкой, под скамеечкой, чтобы не было ожогов. Солнце сейчас яркое. Ну, а потом расставим по клумбам. Немножко сейчас они адаптируются к погоде на улице. И все будет красиво. Ну, всем спасибо за просмотр. До новых встреч!